Личинка Шамиля. Отменили, ребят. Ну чё? Здорово, катаны! А сегодня мы снова с Анной Борисовной записываем лайв-выпуск. Точнее, я его уже записывал раз 60, наверное. Но потом сажусь на монтаж, то мне моя опухшая морда не нравится, то какая-то погода стрёмная, то никаких случаев интересных для блога не подворачивалось. Вот сегодня у нас интересный случай. Мы сейчас едем в соседний город. Тут буквально у нас 80 километров. Сколько? 70? 80? 80 километров и до ближайшей заправки. Вот. И, короче, будем снимать один... Ну, наверное, интересный видос, да, будем так говорить. Наверное, интересный видос. Я помогаю кенту в одном конкурсе. То есть он меня просто позвал как оператора. Я считаю своим долгом помогать людям, которые нуждаются в помощи, жопоруких бездарностей, таких как я. Вот, поэтому вот я еду помогать. Да. Только отъехали, и вот... Сколько можно уже? 50 вагонов, что ли, в нем? Сколько он бесконечный, этот поезд? Кормовое предупреждение! Пора собрать трамплин для нашей идеи. Ну что, есть две бочки 200-литровые на поддоне. И что-то получится? Я не знаю, что. Приехали уже, это Геннадий, режиссер и главный каскадер. Вот, хотели... Я решил отменить. Да, он говорит, типа, мы вот эту херню не можем погрузить. Не, ну как бы мы ее можем, но я лично переживаю за то, что она на воде как поплавок, она просто вот так станет. У нее киля нет. Как бы если бы был киль, или знаешь, если бы она стояла где-то на мели в воде, вот ее просто положить, да, чтобы ее водичка вот так при это чуть-чуть. Все усложняется, короче, тем, что ему сегодня видос надо будет этот отдавать. Да. Это жопа кеды. И так, и сяк. Ну, как бы, у меня семья, дети, не хочу ничего, все. Вики, бери. Ну что, а если снять? Короче, сегодня снимаем. Тройку. Если кто-то переживал, что я перестал снимать на Blackmagic, я перестал снимать на тройку, блин, ушел Blackmagic. Нет, ни хрена, Blackmagic уже 2 месяца лежит, просто лежит, я им ничего не делаю. Снимаем все на тройку, потому что очень сильно мне нравится G-Master. Во-вторых, у меня на этот G-Master есть, в самом деле, шлезный фильтр. Вы можете посмотреть картинку. Такое изображение дает эта связка. Yeah.
сняли заявочник, ну такой своеобразный, сейчас с квадрокоптером поснимаем чуть-чуть. Сняли обманки, потом увидите в ролике, сняли, больше ни хера ничего не сняли, познакомились с местным депутатом, он здесь почти как Владимир Владимирович. Вот. Жаль, не Путин. Да, и видели фермеров на джонках, вот, и все. На этом все, да. Ну, пока не все еще. Жарко. Эй, всем привет, это Геннадий Набережнев, и это второй этап X-марафона «Штормовое предупреждение». Да, он, я ему позвонил, он как раз уже к дому подъезжает. Ну, пока ты запалом, я здесь подсниму с жилетом всю эту историю. Что он делает? Греет его, что ли? Что говорить? Что говорить? Сегодня 31 число, крайний день сдачи монтажа роликов. А у нас еще ничего не снято. Вот 5 часов вечера мы приехали. Попытаемся что-нибудь придумать. Точно, что не будет, это наш трамплин отпадает. Во-первых, течение, во-вторых, позвоночник. Народу мама, музыка не очень. Зачем? Что-нибудь будем придумывать. Она напротив. Смотри, вы ёбаны. Ебой! Пишет, да? Пишет? Да. Есть ли все пишет? Да. Пишет. О, водичка теплая. И она его тянет вниз. Все, стой. Короче, отсняли сцену сейчас на аквабайке. И, блядь, страшно пиздец. А в том, что это река, короче, страшнее еще втройне. Короче, Геннадий. Гена у нас, это надо бросать утопающим. Конец фалоса, на, держи. Короче, всегда бросаю, я всегда бросаю утопающим фал. Вот. О, ладно. Мне так холодно. Я, блядь, кто-то наступил, блядь. Кто-то дохлый, блядь, похоже. Ай. Купаться? Ой. 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 За мной на эту рыбалку! Сувы! О!
Все, закончился этап. Че, ничего не получилось, что хотели? Та самая тельняшка с предыдущего марафона. Этап вода. Хотели что-то сделать сложного, но ничего не получилось, потому что ничего не было. Потому что ничего не было и не получилось, когда не было того, чего получилось бы. Что получилось, увидите прямо сейчас. Ну я эту рыбалку! Спасибо оператору, спасибо коллеге Дмитрию, коллеге Дмитрию, спасибо за предоставленный мотоцикл. А.